И всем привет, господа капитаны, большие и маленькие. С вами Торнадыч, и сегодня у нас новости. Я решил сделать выборку наиболее интересных новостей за месяц, которые произошли в игре Modern Warships. 25 числа выйдет новое обновление на альфа-тест, так что скоро в конце месяца ждем обнову. А заодно решил испытать новое качество звука, основываясь на советах Михаила с канала Modern Warships Community. Всем советую на него подписаться и привет от меня передать. Ну давайте перейдем к новостям. Разработчик недавно переименовал компанию. Компания называется теперь ArtStorm. Вот такой классный логотип он добавил. Очень выглядит стильно и современно. Также запилили новый имба-вертолет, который видите на своих экранах. Вот этот имба-вертолет. Это британский вертолет Super Lynx Helicopters. Подвески у него очень много вооружений, какого не уточняется. Также игру разблокировали в Корее. В честь этого разраб запилил пару новых кораблей. Информация по вооружениям отсутствует или находится на уровне слухов, поэтому я говорить ничего не буду. Также в игру запилили новые ракеты. Например, вот одноступенчатая SEO Venom. Сколько будет дамажить, неизвестно, какая будет КД тоже. Вот многоступенчатая GL3. Та же информация отсутствует по дамагу. И булава с ядерной боеголовкой, которая будет стоять на Дмитрий Донском. Под замком будет стоять или нет, неизвестно. В игру добавят обманки-ловушки для самолетов, чтобы самолеты подольше жили. Ну, мне кажется, так себе фича. Из полезных фишек добавлена кнопка возврата самолета на перезарядку. Также убраны все надписи с панели иконок над самолетами, для того, чтобы разрушить интерфейс. Еще бы добавили иконку ХП авианосца, когда юзаешь авиацию, было бы вообще супер. Переработали иконку модельки F-35 с нуля. Ввели новую механику засвета, теперь вдали корабль не видно, пока не наведешься на него прицелом. От этой новости бабануло у доброго половины комьюнити. Разраб обещал вернуть все на место, но в коде не убирать это, потому как, я так думаю, эта фича нужна для того, чтобы запилить танки. К слову о танках. Танки анонсировали тоже. Посмотрите, какие классные модельки танков. Картошка курит, нервно в сторонке. Чего, когда будет играть это и когда добавят, пока информации никакой нет. Но уже прогресс, как видите, налицо. Вот такие были наиболее интересные новости за месяц в игре Modern Warships. Но у меня на сегодня все. Пишите в комментариях, как изменилось ли качество звука. Что вообще вы думаете по поводу тех изменений, которые произошли в игре? Что вам понравилось, а что нет? Спасибо за внимание и до свидания.